Здравствуйте, девочки и мальчики. Мы с Винюшей приехали сегодня целый день. Мы ездили по магазинам. Мы заехали в русский магазин. Мы покушали в русском ресторане. И купили Винсенту много одежды. Посмотрите, что он купил. Балтика 9. Nice. So you just tried today, right? Liked it. Very good. Ему очень понравилось. Он купил 4 бутылки. He was looking for 6-pack. Yeah. Он искал, значит, такое, знаете, в Америке продается по 6 бутылок картонные. Он такой, где 6-пак? Я говорю, у нас покупают по бутылке. В общем, купил 4 Балтики, 9-ки понравилось ему. Мы купили русский кетчуп. Кетчуп, кетчуп, кетчуп. Оп. Так, что мы еще купили? What's this, baby? Let's see. Я купила слоеное тесто. This is a... Dough, like very thin. Oh, like you could make. Yes. Okay. Let's see what we bought more. Что мы купили, Винюша? Так, купили хачапури с сыром, 4 штучки. Buckwheat. Гречку. Люба у меня просила 2 упаковки. Я купила для Любы 2 и для меня 2. Винсент говорит, это для лошадей. Слишком жирно лошадям. No. Horse is gonna be okay with that. We have a barn here. Okay. Some more. What you get here? Okay, we buy... Chocolate. Аленка. I bought that. It does look like me. Yeah, when you were young. Выглядел, как я выглядел. Посмотрел на меня. Малиновое варенье, видите, настоящее вот это. Семечки. Are you gonna eat with me семечки? No, yeah, it's yours. I don't eat those seeds. Семечки. More chocolate. More. И творожок купили. Творожок такой крестьянский. And that's it. Okay. So what we bought for you today? Мы как принца его сегодня одели. Oh, we didn't buy for you how long clothes? 2 years. 2 года мы на него ничего не покупали. Сегодня мы купили на него как на принца датского. Okay, let's see what we bought for you today. First t-shirt. Видите, Under Armour. How armor? Mm-hmm. Under Armour. Первое. How much this t-shirt? I don't know. Let's see. $25. Так. Следующее. Next. Так. Следующее. Это мы в охотничьем магазине покупали. I like this shirt a lot. I like the color. Видите? Bass Pro Shops. Зеленая такая, видите, она как такая, как вытертая чуть-чуть. Винсенту очень нравится такой цвет. Very comfortable. I like the lens. Oh, yeah, very nice. Mm-hmm. Very comfortable. Like that. Okay. So how much this shirt? $24. Так, еще одна из охотничьего магазина. Оранжевая. Yeah. Yeah. I look like a pumpkin. $30. Я говорю, как тыква выгляжу. Yeah. So what is another site? Let's see. Видите, тут рыба такая нарисована. Такую вот яркую мы ему одежду сегодня покупаем. Покупали. Very nice. $30, yes. Дальше. Так, и дальше мы пошли, Наташа, я написала, она говорит, Таша, идите в магазин Армор, там, говорит, дешевле. И мы пошли в этот магазин, и он, мы покупали ему кроссовок. А, это мне. Брошет. Я купила себе бюстгальтер, девочкам показываю. Знаете, что без лямок, вот такой вот, просто его прилепляешь, вместе соединяешь. Yes, show. Он говорит, хотите, я покажу, как он работает. See? Винсент знает, как работает. Окей, а second one? And put together, right? Okay, you put that and put together, right? Okay, nice. What are these? The same ones? Yeah. Okay. Так, все рассказали вам. This is a lift kit. А это, чтобы поднимать груди, видите? Lift kit. Видите, лифт. Поднимать груди для того, чтобы можно без ходить без лифчика и поднимать просто их. I don't need that yet. Окей, он говорит, мне это не надо. Так, сейчас посмотрим кроссовки.
Кроссовки Under Armour. Very comfortable. Очень красивые кроссовочки, видите, какие. Они стоят, со скидкой мы их покупали, $67 эти кроссовочки стоят. Вот. We didn't get them. 67. What else? Oh, listen. Yeah, here it is. We got more stuff in here. Mm-hmm. Yeah. Oh, let's see. Wait. More sneakers. Okay. Так, вот такие эти купили кроссовочки. Тоже видите, такие серо-синие. Эти кроссовки 34, так они были 60 с чем-то, и они 40% были дискаунт. Вот симпатичные такие. Вот. Это мы насмотрелись на Костю Саши. Они вот по этому магазину бегали, эту фирму покупали. Я говорю, давай, Винсент, мы тебе такую фирму купим крутую. И вот еще такие яркие мы с ним купили тоже. Видите? Такие вот кроссовочки с такой подошвой. Винсент у меня будет щеголять. Мы же с ним собираемся в отпуск на Канкун. Так, шорты голубенькие. Ту-т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 у. Так. Так. Угу. Красивая оранжевая футболка, видите, какая. Так. Так. Угу. Зеленая яркая. Тик-так. Так, 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 так. There you go. New clothes for Пупунчик. Угу. Пупунчик. Видите, какая черная такая тоже. Орландо написано. Винсент, дэнс, тари-та-та-тари. Как? Ко-ко-ко. Ко-ко-ко. Didn't I have pants? Oh, yeah, show them. Yeah. Pants, show. How did I teach you? Ко-ко-ко, ко-ко-ко. I think, yeah. Не ходите далеко. Yeah, okay. That's good. See? That's it? That's it. Oh. All finished. You're not gonna dance for us no more? That's it. All done. Kaput. Mm. So, do you like today all your clothes? Yes, I wish I got those other. You wanna try them for us? No. No. No time. Не хочет мерить. You try your underwear or you try bra? Yeah, those are nice. They feel good. Okay. All right. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Oh no. Well, you need to tell us something. What? Спят усталые игрушки. No, no. Okay. You gonna drink beer right now? Yeah. Mm, yeah. No. I'll put them in the refrigerator. So you gonna invite somebody for beer? А, у нас завтра приезжают Надя и Вильям. Мы завтра их встречаем. Мы завтра будем искать дома. Так что вот завтра у нас гости. Сегодня я комнату уже подготовила им. We're gonna have Igor over. He завтра для Игоря пиво. Окей. What we have in the refrigerator? Nothing. What do you have? Spaghetti and okay. Sausage uh-huh. And cake still. Cake? What kind of cake? It's chocolate. Oh, yeah. Let me see. It's good. See? Yeah, I see this cake over there. Uh-huh. What this? That's good. That's sausages? Yeah, that's salami. What else? Oh, that's pepperoni. Pepperoni. Mm. That's not very good in our refrigerator. Very empty. Well, that's because we had the sharks. No. Look, my eggs. I was looking all over for them today. Yeah, two. Son of a gun. We have a cucumber there. Oh, it's no good. Why? It's all mushy. Oh, yeah. Oh, my God. Yeah, the batteries went bad. Батарейка, говорит, умерла. Ой, не могу, дурачок совсем какой. Да, надо это выкидывать. Батарейка умерла. Okay, what else we have today? That's nothing? It. That's it. Hmm. It's very interesting to make video with you. Yeah, of course, it's always interesting. So, what are you going to tell us? That's it, I'm done. That's it? Yep. Yeah, what are you going to do? You're going to hang the clothes? You're going to hang. You're going to hang. Oh, I'm going to hang, okay. That's right. I'm going to go spokojnoj nochi. Спят усталые игрушки, книжки. Спят. Та-да-да-да-да. Одеяло и подушки ждут ребят. Та-да-да-да-да. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью
нам приснится, ты ей пожелай. Bye, you, bye. Good night.